Не могли бы вы меня перенести в более подобающее место работы? Когда вы прислали фото и просьбу, до меня не сразу дошло, зачем вы прикрепили во вложении трудовую книжку. А потом, как дошло, на фото вы принимали роды по видеосвязи. Ох уж это удаленка. Давайте отправим вас на настоящую работу. Привет, можешь сделать так, чтобы я не была такой грустной? Если вам грустно и вы в Питере, то самое простое решение – уехать из Питера в город с нормальной погодой. Второй вариант – высыпать сахар в него. Вот как раз поставил его. Так сказать, подсластить круговорот воды, чтобы потом выпадали сладкие дожди. Тогда у Стаса Пьехи появится идея для новой песни. Типа, ну вот, когда надо... Слава, научи меня летать, пожалуйста. Вы вышли гулять со свиньей на детскую площадку, одели ее в собачий халат и накинули ошейник. Разве вы не в курсе, что это оскорбление чувств свинствующих? Если узнают, буду долго мусолить, поэтому я поступлю обтекаемо, будто просьба пришла от Хрюши. Привет. Переделай мое фото в стиле чего-нибудь апокалиптичного. Вашей физиогномике очень к лицу сложные слова. Давайте по вашим правилам. Постапокалипсисе вы точно сможете жарить шашлыки на мангале из изотопа урана. А еще о факте постапокалипсиса говорит ваша третья рука. Хотя в обоих случаях вы так и не наделали беседку. Можно меня переместить из комнаты в место поинтереснее? Сначала нужно было оказаться в самом подходящем месте. Где? В музыкальной школе. Тогда бы вы точно правильно взяли гитару, а пальцы бы сомкнулись на АМ. Вот Стас Пьеха так может, кстати. Ну ладно, давайте с тем, что есть. Ваша гитара, вы и раскладной диван перемещаются в подземный переход. Привет. Можете сделать, будто на пляже. Не, ну маска анонимуса вообще о многом говорит. Опасный ты, видимо. По IP вычислишь и пример по алгебре вычислишь. Поэтому просто выполни твою просьбу. Поздравляю, ты на пляже. Только не оборачивайся. Там Стас Пьеха. И это был новый выпуск рубрики «Исправь, пожалуйста, мое фото». Ставьте штамп, пишите направляющие и подписывайтесь на наш канал. Если нас вдруг смотрят пиарщики Стаса Пьехи, то мы помогли вам выполнить KPI. Всем пока!